кто-то спрашивал, что такое шейхадень. Аркаша сейчас все объяснит. Дело в том, что у нас есть подписки на Boosty. Среди тех, кто подписан на Boosty, есть самые щедрые бустерсы, которые там вообще безумные деньги отваливают каждый месяц. Вот. И эти самые щедрые бустерсы в нашей терминологии именуются шейхами. Вот. И у нас есть шейха-день, когда мы раз в месяц собираемся и в рамках одного стрима играем в все игры, которые они закажут. Ну, от каждого по игре. Формат такой. Играем по часу в одну игру. Господин Ходжус у нас был первым. И он заказал игру Keepsake. Что это за игра, я не знаю, но некий квест. И сейчас вы поймете, почему это реально квест высшей категории. Потому что вот запустил игру, да? У меня на экране все фуллскрин, все хорошо. А у вас на экране? Что это вообще? Видите, вот как понять, что вот это вот значит вообще? Экран, и на нем какая-то, блин, что это, гипербола. Так, все, поехали. Вот теперь точно будет работать. Хотите, кстати, посмотреть, что такое настоящий олдовый квест и всплакнуть? Хотите ли вы запустить игру в полноэкранном режиме? В противном случае игра будет работать в режиме окна. Напоминаю вам настройки. Страшно. Мы не понимаем, что это значит. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Заводим таймер и погнали. Я помогу тебе понять основные команды этой игры. Они пригодятся тебе в твоих приключениях. Сломал четвертую стену со старта. Слишком быстро ты можешь использовать кнопку «Пауза». Текст у окна. Пауза. И остановить разговор. А если вам не нравится стрим, в чате вы можете использовать кнопку красного крестика в верхнем правом углу экрана и не писать о том, как вам все не нравится. На это перемещаемся. О, так это 3D квест. Это он заказал игру, ему можно перебивать, не обращайте внимания. А это Таротман, ему тоже можно. Да, я вы. Да что ж такое-то? Никак вы не уйметесь своими оповещениями сегодня. Это как помните в этом. Да. Необязательный диалог появится. Какой же он болтливый. Коммент с ютубер. Ржу не могу. Такого бреда не слышал очень давно. Ничего, что Tencent это дочка NetEase. Нет. Типа, чел, ты что, сбредил? Тебе Каневский сказал, что NetEase и Tencent разные компании. Ты что, охерел, что ли? Ну а что? Все китайские компании на одно лицо. А, это все-таки яркость, прикиньте. Я пошел. Что означают эти странные символы? Я скажу, что они означают. Ну и бред, ничего хуже жизни не слышал. Все знают, что Tencent это дочка NetEase. И игру делали изначально Blizzard. Потом, когда они разосрались, игру выпустили без них. Так, значит, двери закрыты, надо осмотреться. Что может нам помочь? Учитывая, что этот квест, хер его знает. О, здесь точно будет какая-то загадка, я чувствую. Прокрутиль. Карусель, карусель начинает рассказ. Это сказки, песни. Думаете, дурак, что ли, на стриме смотреть? Смотрите, смотрите дальше. Опа, охереть, да? А теперь смотрите, смотрите. Обосраться, как он до этого додумался. Ну и, блин, ну, конечно, меры безопасности в этой школе. Так просто все. Я могу войти. Кажется, я могу войти. Тогда тебе потребуются мои курсы. Переходите по ссылке в описании или сканируйте QR-код на экране и добро пожаловать в разработчики. О, тут что? Может быть, я привлеку чьё-то внимание, если я сделаю что-то правильно? Мне кажется, что ты, наоборот, привлечешь чьё-то внимание, если сделаешь что-то неправильно. Тогда поверь, во-первых, прибегут сразу советчики. Такие, ты что делаешь неправильно? Во-вторых, прибегут глумлёжники. Ха-ха, посмотрите, он делает все неправильно. В-третьих, придут осуждаторы. Ты как смеешь делать все неправильно? А сделай правильно, вообще никто не заметит. По херам всем. Интересно, почему этот участок земли окружен такими странными рисунками? Этот знак похож на каплю. Похож, похож. Еще похож на половой орган, входящий в лоно. Ну ладно, хорошо, не похож. Но я озабоченный. Это похоже на какой-то необычный лист.
Или дерево? Нет, это похоже на половой орган, который расплескивает свое семя. Или я опять же озабоченный. Так. Это может Ну ладно же, в смысле, все сходится анатомически. Я не понимаю, что, блин, за извращенцы игру делали. Ужасно, ужасно. Идемте дальше. Удивительно, что Орк с такими шутками еще не начал стримить по ночам. В смысле, зачем по ночам? Вы днем смеетесь с них. Я пока ничего не нашел в замке. Холоднее. Господи, как же он подсказывает. Холодно. Блин, а мне нравятся такие подсказки. Это как будто, знаете, я как будто сам, но в то же время и подсказываю. Теплее, теплее. Чпынк. Холоднее. Блин, теперь опять холоднее. Эй! Эй! Быстро! Выпусти меня отсюда! Это уже не смешно! Гланс? Что, Акел эту игру издавала, что ли? В 2006-м-то где еще можно было Гланса услышать? Гланса везде. Ну это сейчас везде. Вернее, сейчас нигде, потому что ничего не переводит. Кто ты? Это огненный дракон! Дракон? Мне кажется, что дракон вряд ли поместится в такой маленький шкафчик. Выпусти меня, и сама увидишь. А, ладно. Огненный дракон. Говножуй. Сейчас спою. Опа. О, охрена так просто. Безумно можно быть первым. Безумно можно через стены. Не трогай меня, пожалуйста. Сразу лезет лапать женщин. Я знаю, драконы выглядят устрашающе. Драконы? Ты... Драконы? Ты даже сам в это не веришь. Это не может быть правдой. В это трудно поверить. Ты волк. Я пойду. Было приятно с тобой познакомиться, пока. Что он ходит за нами? Что ты ходишь-то? Отстань, извращенец. Волк и красная шапочка. Получается так, а что за шкафчик? Спасибо, что освободила меня. О нет! А что... О боже! Надеюсь, что игра загрузится. Да ты издеваешься, я не сохранялся, кто же знал? Твою мать, опять этот лох! О господи! Ты накатил библиотеку Visual C++ 2005? Я накатил. Ну не библиотеку. Так... Блюшеду от Айнс Алгона, что бы это ни было. В связи с диктаторством стримера множество чатерсов оказалось забанено. Чтобы победить императора-модератора, отправлен был специальный отряд троллей. Тролли. Советчики. Так они себя называли. Итак, поехали, великий ниндзя. Заметьте, здесь паркуринг есть. Капец, зашел рандомно в Шейхадень, нашел игру, которую 20 лет не видел и даже забыл назвать. Ну так я ее вообще не видел. Я же говорю, у меня никогда не было Дэнди. О, уже какой-то босс-файт. Они проверяют реакцию. Но я ниндзя! Я ниндзя! Опа! Ниндзя. Опа! Ниндзя. Алло? Опа! Я ниндзя! А ты лох. И упал. Орк, ты в Дэнди не играл? Не было у меня Дэнди. Сколько раз говорить. Какая первая приставка у тебя была? У меня был Game Boy Color. Но уже в ту эпоху, когда существовал Game Boy Advance. Потом была PSP. А потом уже сразу после этого я купил Xbox 360. Так, сейчас, подожди. Чат и стример, обращаюсь к вам с очень ответственной просьбой. Помогите выбрать цитату для выпускного альбома. Знаю, тут много креативных ребят. Пожалуйста, накидайте вариантов. Цитата для выпускного альбома? Это что вообще? Это типа твоя фотка среди одноклассников и под тобой твоя цитата написана? Цитата. От зарождения жизни в морской глубине. От зарождения жизни в морской глубине. До гигантов каменного века, к первым шагам человека прошел ваш путь. От зарождения жизни... Да я слышал это уже! До гигантов каменного века... Надо какую-то цитату, знаете, из нашего чата, чтобы кто-то ее увековечил. Какой-то наш мем. Орклох капа. Сосите яйца. Отличная цитата на выпускном альбоме. Когда мужик идет на пляж цеплять кисок, то он должен одеваться в пляжный, а не пиджак, джинсы и сраные Air Force. Подруга мне пишет: мне, кстати, сегодня снился орк.
Только он был человеком, сидел за компом, у него была жена какая-то знаменитая американская актриса, все время была в разъездах, и вот я была с ним, хотела переспать, а он вначале отказал мне, а потом вколол себе туда какой-то укол, чтобы встал, а потом у него начало все болеть, и он проклинал своего модератора, что тот ему поставлял эту штуку за 1000 рублей. А, какая херь! Это я про сон твоей подруги, естественно. Девушки, дорогие, хватит спать со мной во снах. Не надейтесь. Так, поехали. Даже во сне мне надо донатить. Не забывайте об этом. Пацаны, есть шанс. Для пацанов, конечно, всегда открыт. Но это можно в альбом выпускной. Да, реально, пиши, девочки, не надейтесь. Да ты издеваешься, ублюдок, блин. У меня меч короткий. Модер, блин, вкали мне в меч. Вот ту херню, что мне поставляешь. За 1000, блин, я тебе плачу каждый месяц. У меня была, короче, на кассете какая-то запись про Незнайку. Про то, что Незнайка поехал на воздушном шаре тусить со своими вот этими всякими сиропчиками и прочей вот этой херней. Отличный пересказ для детей. Я, конечно, грезю и мечтаю о том, что когда-нибудь будет какая-то нейросеть для монтажа, но это слишком тяжелый процесс. Не надо нейросеть для монтажа. Да я грезю, но ее пока я не вижу ее в ближайшей перспективе. Мне кажется, это невозможно просто. Так, Car for Sale Simulator 2023 от господина Найтпода. Чтобы привлечь клиентов, нужно открыть свой офис. Клиенты! Заходите, я открыл свой офис. Сейчас нам нужно название компании. Оргавтобан. Нормально звучит, кстати. Кто не согласен? Бан! 5000 рублей стоит плитку поменять. О! А что такой пол? Блин, ну у меня так денег не останется. Офис. Оргавтобан. Все, у меня нет денег, надо зарабатывать. Вы завершили свою офисную работу. Все, я поработал. Это так работает? Блин, люди в офисе, капец вообще. Вы просто приходите, сидите и уходите. Вот так это что? Жесть, везет. Найди подходящую машину, купи ее. Поговори с владельцем, чтобы обсудить сделку. Ядрить, это что? За широченная рама. Здравствуй, мама. Синдром широкой спины, вы посмотрите вообще. Не-не, нахер тебя, я лучше у деда куплю. Дружище, тебе понравится машина, цена? Всего 28 227 рублей только сегодня. Я, конечно, слышал, что на авторынке происходит полный бардак. Блин, челы сидят, реально получается. Сидят и такие, машину купить или стрим у Аркаш заказать? Цена всего 19, к сожалению, не торгуюсь. Ты что, издеваешься? Брахло? Вот это барахло годов 70-х. АБС, ЕСП, гоночный комплект, турбо, закись, азот. За 2000? Но у меня нет. 2900, чел. Обанкротился даже не начав писать. Короче, надо заново начинать. Я понял, как работать. Плитку. Плитку нахер, чуваки. Плитка. Мне приснилось, короче, что я плитку положил. Я обанкротился, представляете? Оркнилокс, чтобы все знали, что здесь не облапошат. Это кто нахрен? Абсолютно. Вот так вот, вот так вот. Саня Невский пришел. 49 тысяч. До свидания. Вот так вот. Как же все сидят ногами в бетон. А потом люди говорят, что плитка не нужна. Вы посмотрите. Так, это за 2000 отдает. Я беру. Смотрите, ну это прям ну, это ласточка. А? Слышите? Дайте в этого идиота. На, твою мать! Ну что, продай теперь кому-нибудь это корыто нахрен за 45 тысяч. Удачной продажи. О. А чел-то чё? Батя, нормально? Нормально все? Нормально, бля, нормально. Я просто хотел осмотреть днище. То есть защита картера отсутствует. Картера, Вики картера. Вся херня, все тут уже гниет. Вообще ужасная машина. Воротники немного не работают, дать ПР. А! Что? Что это было? Ты че охерел? Как я потом это впарю? Продается за 3999. Без фоток, без.
Идеальный просто дилер. Так. О! О! Так он своей барышне покупает. Детка, я готов купить тебе любую тачку, что ты скажешь? Но тут только посос на говно! И вообще только одна тачка! Детка, ну я обещал тебе купить любую тачку. Вот любая тачка. Спасибо тебе, родной, очень хорошая машина. Поэтому я, пожалуй, пойду пешком. Сам езжай на этом говне. Слишком легко, можно было больше ставить. Да я сам понимаю, продешевил такую красотку. Господи, я живу реально в контейнере. На авторынке обычно одни лохи вообще, олухи просто. Вот смотрите. У меня спина шире. Ты хлебала свою стени? У меня еще шире. Опачки. Ну и что такая цаца хочет за эту машину? 231 тысячу. Сейчас, подождите, подождите. Вам хорошо видно, да? Мою жопу, можешь сюда пойти. За 7 прекрасно беру. 25 999. Заголовок объявления. Не звони, не пиши. Покупай давай. Или нахер. Где клиенты, я не понимаю. Напиши машина Вики Кар. А, точно. И правда. Дайте, машина Вики Картер. Да какие 7, блин? Я ее взял за... А за сколько я ее взял? Все, иди, вали отсюда нахер. Я не понимаю, в чем проблема? Что тебе завышено? Завышенное твое самомнение, понятно? Видите, я потратил 7700, а вы хотите за 8? И что за маржа такая? Здравствуйте, вы фанат Вики Картер? Да за 6! Тьфу! Лицо за 6 тысяч. Всем охерел. Вон отсюда. Вообще бренд Вики Картер не работает. Пишем. Тачка Димы Бейла. Дианон подарок. Короче, ладно, я ему впарю за 9 тысяч, но вы типа сделаете вид, что это очень выгодно было. Вот такая широкая машина, я в нее влезаю своей широкой спиной. Ладно, я думаю, за 1000 ее должен продать. За 19 тысяч? Да я тебе скажу на ушко. Соси жопу. За 3000. О, ну за 3000 я возьму. Нет, смотрите, повреждений нет, окраски нет. Вообще, просто идеально, что за 3000 просто... Идиот. Что надо быть таким идиотом? Чел просто даром машину отдал. Ой, а что? Что? А как повреждение? У него коробка не работает, чуваки. Твою мать, бескоробочное говно купил. Да не мамонт я, заносчиво Джонни. Блин, твою мать. Миш, вам бы какой-то этот ограничитель тут поставить. Да что такое-то коробка, алло? Че не работаем-то? Ладно, впарю лоху, он и не заметит. Эти 9999. Коробка рабочая. Как рот твоей мамаши. Осуждаю. Ходжуз. Ну это не твоя игра, имей совесть. А коробка точно рабочая? Да-да, как рот мамаши твоей. За 2900, смотри, я тебе пишу по-братски вот такую цену. Готов? Мне не нравится, вы превысили начальную цену. За 2900, да ты издеваешься нахер. Какой 2900? Я тебе сейчас напишу. Я тебе напишу нахрен. Блин, тут только цифры можно. Я хотел написать тварь. Если прочитать это буквами английскими, то получится соси. Вот такая цена. Да иди ты на, иди нахер. Иди нахер отсюда. О, мадам. Ты не понимаешь, что ли? С башкой все нормально? Договоримся за 2700. Я не понимаю, ты иди в жопу. В жопу иди отсюда. Здравствуйте, это Orkney Locks. Индивидуальное уважительное отношение к каждому клиенту. Здравствуйте, что вы хотите? Могу предложить 2800. Иди соси, соси! Здравствуйте, Orkney Locks. Чем могу помочь? 2300. А сосите у тракториста. Сосите у тракториста. И проваливайте отсюда нахер.
Давайте поставим ее за 1. Все, 1 рубль, и она ваша. Это чисто маркетинг, чуваки. Мне надо заманивать людей в свой салон, а дальше я уже их разведу. Ты начинаешь подбешивать. Хорошо, 9997, мое последнее слово. 1 рубль? Пошла вон! 1 рубль. 1 рубль твоя цена на панели. Следующий, пожалуйста. Orkney Locks. Уважительное отношение каждому клиенту. Чисто стата в конце стрима, знаете. Вы классные. Люблю вас. Пока-пока.